В общем, приезжаем мы 5 километров от МКАД по Каширскому шоссе на лимузинах. Ну, крутые ребята, конечно, богатые, все на лимузинах ездим. В общем, приезжаем, выходим из лимузина, и там дофига геликов просто. Ну, такие думаем, типа, ой, неплохо, вообще гелики все такие богатые, наверное, крутая туса будет. А тут нам говорят, что, типа, не, ни хуя ты не здесь, мы не туда приехали. Он такие, типа, понятно все, куда надо. Продолжайте. Не отвлекайтесь. Ну, короче. Вот. Ну, нам говорят, типа, надо еще полкилометра где-то пройти по грязи, ебаный. Вот. Ну, короче, ну мы пошли, значит, эти полкилометра, идем, знаешь, ну просто пешком идем, там, без лимузинов уже. И за нами гелик едет, короче. И рядом со мной приезжает гелик, вот, и там, ну просто медленно-медленно приезжает, и впереди него лезгинку танцует, короче. Ну, ночь, короче, да, там, и фарами сесть, и перед ним, короче, вот так вот и танцовывают. Ну, короче, я так думаю, бля, ну, хуй, конечно, ну ладно, типа, закрыл на это глаза. Давай. Подумал еще, типа, блин, ну ладно, ничего страшного. Вот, нормально все будет. Потом, знаешь, приходим, уже доходим до коттеджа наконец-то. Ну такая обстановка, там вообще никакой музыки нет, нихуя еще нет вообще. Ну я первым делом пошел на кухню с своими друзьями. Ну, забухло он. Вот, приходим, значит. Я тогда тоже друзей там нашел, он уже перешелся. Да, там дофига у меня друзей уже. Кореша, да? Не, ну. Всегда выручит. Вот, ну короче, думаю, только сейчас пивасиком заправлюсь, заебись будет. Вдруг раз, смотрю, пивасика нет, нихуя. Есть водка, виски и это... Кокс карибский. Да, кокс карибский. Ой, вот, ну я, знаешь, я водку, короче, с вискарем вообще не пью, короче. Думаю, бля, ну вообще говно, короче, ладно, можно текилу ебану. В общем, налил себе текилу, что-то вот столько налил, думаю, бля, сейчас нормал все будет. Ну, что-то попробовал, выпил, короче, вылил я. Только подумал, ладно, лучше трезвым потусуюсь. Что-то вообще не лезет, просто бухло. Вот, потом раз нашел, о, шампанское есть, типа, заебись. В общем, начал шампанское бить. Ну, что-то начал все, типа, ёбать, как баба шампанское пьет. Ну, такой, типа, блядь. А все остальные башки... Да, водку там все остальное. Ягуары странные. Да, водку, виски все ебашки. Ягуары. Ну, я потом попал шампанское пить. Короче, тоже начал текилу пить все-таки. Нормально просто размешал там с спрайтом. Mm-hmm. Вот. Ну, так, что там все началось-то? А, вот, пошли мы, короче, потом за стол. Вообще музыки нет, ну полная хуйня. Вообще просто все ходят, голодные лица вообще какие-то. Вообще хуйня какая-то, короче. Вот. Значит, приходим мы за стол. Ну там поели нормально, там нормальный хавчик был. Ну вначале бедный вообще пиздец как. А потом уж курочку принесли, там шашлычок, все такое. Ну мы поели, да, там много нормально съел, побольше, чем многие. Все, короче, начали там бухать за столом, ну я такой подумал, типа, ну ладно, пусть пьет, по-любому блевать будет. Ну, оказывается, нихуя, правда, никто не блевал, короче, ну не знаю. Ну вот, ну мы поели, так, что бы там было там. Ну вообще, короче, тухляк. Давай расскажу тебе, как ты пиздюрей получал уже. Да блин, ну это не то, что пиздюрей получил. Это вообще неинтересно. Ну просто попало, короче. Рассказывай. Ну вообще так. А, ближе, ну вот все, да, вот и начинается, короче. Экшн. Да. Ну мы такие, типа, блин, пойдем типа, гулять, короче, поэтому. Ну, по коттеджу. Там, в общем, два дома было, один маленький, а другой, ну, большой. Вот, ну мы пошли в маленький, ну я там с своим там, товарищем. С корешем. Че? Ну я там, ну, с своим товарищем, ну. Ну пошел, в общем, с ним туда. Я еще прихожу. Приходим мы такие, ну, маленький дом, короче. Ну, совсем маленький, вот. Ну, дом, ладно, хуй с ним. Ну, мы зашли, короче, в маленькую комнату. Блин, она... Ну, в общем, она маленькая. Вот. В общем, там мы одногруппники тусят. Ну, там весело было нам. Вот. И вдруг все начинается, короче. В общем, приходит, блин, я не знаю, их, наверное, где-то было 7. Погоди, погоди, погоди. Ты сказал, там были тёлки. Да, и тёлки были. Да, рассказывай. Ну вот, там, короче, была моя одногруппница, и она, короче, такая говорит, блин, да мне, короче, типа, доебались, короче, такие. Вот, типа, если они сейчас, короче, сюда должны тут прийти. И такие, понятно, ну ладно, ну ладно, ничего страшного. Вот, ну она такая говорит так, типа, блин, мне нужно, чтобы кто-то был моим парнем. Я такой думаю, блин, чёрт не я. Вот, она такая...
просто так палец вверх подняла, такая думает, блин, кому бы выбрать, такая, ну и напротив нее мой одногруппник сидит, ну такой, он, в принципе, нормальный, такой здоровый парень, он такой, вот ты будешь, короче, моим парнем, ну он такой, типа, блядь, ладно, хорошо, ну и вдруг приходит, короче, семеро ребят, ну такие здоровые, короче. Ну, 20-летние, короче. Так бы сразу, ну. Да, ну они, короче, приходят, что-то такие, типа, начинают девчонки домогаться, типа, ну что, типа, пойдем там, типа, потусуемся. А она такая, типа, блин, ребят, у меня есть парень, короче. Вот, и они такие, типа, кто? Ну, она на него пальцем показывает, на Артура. Он такой, типа, блядь, что-то глаза вниз опустил, короче, такой, думает, ну все, да, пиздец. Вот. Ну, они такие понимают, что надо ему пизды дать, вот, и начинают повод искать, и спрашивают, ребят, а вы кто по нации? И начинают так у всех перечислять, типа, ты кто, ну, все-таки, типа, русский, вот, и потом такие, типа, ладно, понятно. А как вы относитесь к кавказцам? И опять же вот так вот, ты как относишься, да, ну все-таки, типа, нормально. Вот, ну а я, потому что на моей очереди я просто вот, такой, нормально отношусь, вот. Уважение бешеное имеет. Да, вот, и подошла очередь последнего парня. Ну, последний парень, он такой стоит, в общем, ну, он с своей девчонкой был. Ну, в общем, девчонка стояла перед него, и он ее обнимал так, типа. Вот, и они его спрашивают, типа, ты как относишься? Он такой, типа, ну... Такой, и он даже фразу не успел договорить, и они его прям просто въебочную... Значит, не они, а он, короче. Ну, который решил, что девчонки закадрить, он ее въебочку, короче, прописывает. Ну, я такой, что-то стою, вообще... А, блин, до этого. До этого тоже небольшой угар был. Вот, ну, в общем, когда начали причислять, я в ха-ха ушел. Ну, просто, знаешь, когда он спросил... Кто ты по нации, как ты относишься, ну я просто реально заржал, я не смог вообще сдержаться, просто, ну парень мудак, вот нахуя это спрашивать вообще, вот. В общем, я начал ржать, там, мой тоже друг подхватил меня, что-то тоже начал угорать, на нас что-то так посмотрели, типа, ну вот эти ребята, типа, что-то как странно, смотрел, но я что-то успокоился, короче. Ну ладно, вернусь к тому. Уже он его прописывает в ёбыч, и тут я понимаю, что тебе надо показать себя альфа-самцом. Ну как защищать девчонок. Знаешь, ну и началась драка. Знаешь, такая маленькая. Реально пиздец, маленькая комната, и там такой кипиш начался просто. Пиздец. Все начали драться, вообще разнимать, короче. Ну я тоже полез разнимать там. Просто мне ёбочь прописывают. Погоди. Толпу в Ливации просто ебашит всех. Своих отрежих. Что получилось? Что получилось? Ты начал, короче, всех разнимать, и тебе начали въебить. Да, мне, короче, раз прописывают. Ну он такой подумал, типа, ну ладно, хуй. Вот, ничего страшного. Ну раз второй раз прописывают. Ну тут уже подумал, да, что-то не то, да? Да. Подумал, бля, хуйня какая-то. Ты стоишь или ты разнимаешь? Да разнимаю я. А я думал, ты стоишь, тебе въебаешь один раз. Нет, в комнате ты бегают уже на кровати, там все писающие полные. И просто ну, ничего не запомнил, просто, ну, нихуя. Чем все это... Закончилось это все тем, ну, моя история закончилась тем, что лежит, значит, самый здоровый парень на кровать, ну, его кинули на кровать, вот, а я рядом... Ну, я не знаю, нет, он хак был. Вот. А это он тогда кинул, наверное. Вот, ну, короче, ну, я такой рядом с ним оказался, и он, я не знаю, как у него так получилось, но с кровати... вылетает просто в меня. Вот как Супермен вот так вот вперед и летает. Я даже это заметил. Я даже не мог предположить, что так получится. Объясни нормально. Он лежит, короче, да, ты стоишь. Да, вот, и он вылетает с кровати, как ты прописываешь. А светоромантик был такой приглушенный или... Освещение. Бля, я не помню. Огонь, наверное. Огонь и вода. Да. Вот, ну тут я понимаю, что типа, ну хорош уже. Надо отсюда сваливать. По тапкам дал? Да не по тапкам, я просто ушел. Я не знаю, почему. Просто дал не по тапкам, я просто... Ну, я взял так моего друга вот так вот, типа. Ну, типа, пошли отсюда. Он такой, типа, ладно, пошли. Ну, мы взяли, ну, спокойно ушли обычным шагом, короче. Вот. Ну, что-то такое выхожу, такой, думаю, бля, пиздец, вообще. Ну, он такой, говорит, типа, ладно, давай, типа, покурим что-нибудь. Такой, да, давай покурим. Типа, вообще лютая ночка выдалась. Вот, ну, курили, вот. И что-то, ну, он раз, что-то на свою руку смотрит, у него вся рука в крови, короче.
такой думает, типа, бля, что со мной говорит? Он такой, я смотрю на его ебал, у него все ебал в крови вообще. А чё вообще было? Вот, и такой, типа, нихуя, у тебя пиздец вообще. Потом раз смотрю на мою руку, она тоже вся в крови. Вот, и такой, типа, бля, пошли, типа, посмотрим, что у нас вообще. Ну, пошли в ванну, короче, умылись там. Ну, мы нос почти разбили, ну, почти, вот. Я смотрю на своё ебало, вообще, типа, ну, ничего вообще не произошло. Абсолютно обычное лицо. Ну, правда, рука в крови, но это ничего страшного. А я думал, кто-то кровь вообще, может, да я не знаю, что это кровь была, да. Это кровь, может, кровь хачей? Да, может быть, кстати, вылезу? Так. Нет, я смотрю. Кровь в животных надо. И ты больше их не видел, этих ребят? Да не, нет. Как, ребят? Хачей. Видел их больше? Да подожди, да я расскажу. А это еще не конец? Конечно, не конец, там потом стрельба была. Давай, давай. Вот. Ну, короче. Продолжение следует. Да, ну, мы пошли умылись там, ну, спускаемся, и вдруг меня встречает, ну... Моя однокрупница просто ко мне подбегает, такая, типа, Даня, что с тобой? Такая, типа, что со мной? Она такая, ты что, дрался, что ли? Такая, типа, ну да. Она такая, блин, Даня, у тебя пиздец сейчас лицом. Я такая, типа, что мне, нихуя ничего на лице? Она такая, типа, посмотри в зеркало. И раз смотрю, ну, прошло 2 минуты, у меня все ебал, что такое бухшее стало, пиздец. Я такой, типа, бля, ну, хуёво, что маме скажу, интересно, на посвет сгонял. Она такая, типа, да, тебе лёд приложу, там, ну, забота проявил. Короче, вот. Ну, лед приложился нормально. Ну, ему тоже, моему другу. Потом выходим мы из коттеджа, ну, большого дома выходим. Вот. Вы заходили в маленький. Так мы из маленького потом ушли в большой дом, в ванную. Вот. Ну, короче, выходим и видим там одногруппник из маленького дома, ну, мой, просто убегает, короче, с криками такой, так бежит, а за ним самый здоровый, короче, бежит просто самый здоровый. Мы начали угорать вообще, ну, там их опять начали разнимать, но уже я не разнимал. Девка разнимал, да? А, там девки тоже там угорели вообще жутко. Ну, в общем, их разнимать начали, ну, мы пошли посмотреть, что там вообще в маленьком доме происходит. Сходило. В общем, мы вернулись до обратно, видим там, короче, стены в крови, дверь просто, ну там, в общем, дверь такая, ну, деревянная, и она просто, ну, там дырка в ней от ноги, ну, наверное, от ноги, просто не знаю, чем еще можно такую дырку сделать. Стекло там валяется на полу, короче, пи***ц вообще. Ну, почти. Вот, и там парень здесь стоит, короче, ну, просто вот как там стену вот так оперся, ну, вот. И, ну, его девчонку успокоит, ну, типа, что с тобой? А он вообще, он даже слова сказать не может, ну, которому первому ёбыч приписали. Ну, у него сотряс, короче, ну, его потом увезли, его друганы. Вот. Ну, мы, короче, такие, типа, ну, поугарали, типа, ну, нихуя что произошло вообще. Вот. Ну, потом мы пошли за спрятанной водочкой. Ну, тоже бухло кончилось, а мы до этого водочку заныкали, вот. Ну, бухнули. Вот, ну, сзади дома мы бухали, чтобы никто нас не спалил, чтобы ни с кем не делиться. Вот, и вдруг слышим, ну, какие-то, типа, пуф-пуф, ну, какая-то хуйня. Ну, мы внимание даже не обратили, а потом нам сказали, выстрелы? Что, да, что это стрельба была, короче, там стреляли. Да, да нет. Свадьба, может, пристрелили? Да не знаю, на самом деле, по-моему, нет, вроде никто не попало. Ну вот, и потом, ну, возвращаемся обратно, типа, бухнули водочку, возвращаемся обратно, и видим, там все дерутся. Просто все, бля, пиздец. Не, ну вообще. Вы не пошли разнимать. Да, и что там разнимать было, там все просто, там 40 человек дрались, ну, не знаю, может больше, просто все на улице вот пиздятся. Да, там вообще жесть, короче, была. Вот, и одна девчонка, она бегала с ножом, короче. Ну, моя одногруппница, просто бегала с ножом, короче. Я, ты что делаешь? И вдруг, короче, ну, убираю просто руку, такой, типа, ты что делаешь вообще? Вот, он короче, типа, начал на нее гнать, я такой говорю, типа, ну, решил опять заступиться, короче. Опять же въебыш тебе прописали? Нет. Вот, такой говорю, типа, бля, чувак, понимаешь, а на девчонку, ты попробуй ее ударить, короче. Вот, вдруг он что-то начинает на меня гнать. Ну, я не помню, что мы говорили друг с другом, вот, а я на него начинаю гнать. Вот, и потом, ну, потом его обступают его друганы. Вот, ну, где-то четыре, короче, человека подходят, ну, меня окружают, я такой, типа, блин, ребят, тут, короче, это... Ну, вы понимаете, тут хуйня произошла, типа. Вот. Ну и я съебал, короче. Ну, потому что там 4 человека меня обступило, что мне осталось, что ли? Ну, я не убежал, я опять же ушел просто. По-царски, короче. Вот. Ну, можно кончать, я думаю, историю, да?
Чем все закончилось? Все туса, когда вы разъехались? Закончилось тем, что мы решили просто уехать на такси. Потому что невозможно было оставаться на самом деле. Ну вот, ну и мы просто взяли. А, там, короче, такси вообще не осталось. Ну, типа, самые дешевые такси. И все не осталось, короче, все на этот адрес вызваны, и нам не хватило взлетать. Ну, в итоге мы пошли просто встречать такси. Ну, мы у кого-то, короче, такси угнали, грубо говоря. Кто-то без такси остался. Вот, ну и все, приехал домой, посок там 7 часов. Тебе мама тебя ремень не наказала, то, что ты сидел? Да не, молчал, я молодец. Молодец, ты заступился, девчонок? Да не, ничего маме не говорил, сказал, что хуйный посок был, классно в такси. Салют был там, тортик, все такое, классно было, музычка. Охуенно. Да, вот так вот. Чай пили, да, сидели за столом, разговаривали. Да, типа того, маме сказал. Все, можно рубать. Погоди, погоди. Серег, небольшой, небольших комментарий. Блин, на самом деле просто. Пиздата был денечек. Дыночка была. Нет, честно, если бы я не получил бы, это была бы полная хуйня вообще. Реально, это был бы самый дерьмовый пассет. Честно раскрасил события. Вот реально это драка. Что ты можешь слушателям посоветовать насчет вот. Ну что ты можешь сказать? Гоняйте на пассеты, деритесь. Сбивайте. А, там еще голову бутылки разбивали. Ну там нормально было. Короче, поступайте так же, это весело. Шина, шина, найда, опа. Смотри, как все орут с нашего гоп-стопа. Мне нравится, когда трясется твоя жопа. Ведь это новое движение хип-хопа. Это...